Ну а сейчас время ответов. Ответы на ваши вопросы, разумеется. В нашу редакцию поступил вопрос от жителя Мотовилихинского района, который спрашивает, какую информацию обязана предоставлять управляющая компания жителям дома и куда обращаться, если управляющая компания не реагирует на запросы жильцов. Управляющая компания ТСЖ обязаны предоставлять информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, об услугах, работах, которые они производят по дому, в соответствии со стандартом раскрытия информации. Эта информация должна быть предоставлена по вашему запросу, либо письменному, либо по электронной почте в течение 10 дней с момента вашего обращение. С 1 июня 2016 года в стране должна заработать и, очевидно, заработает так называемая государственная информационная система ЖКХ. То есть вся информация, в том числе и информация по финансово-хозяйственной деятельности, по работам, должна будет размещаться уже в государственной информационной системе. То есть УК и ТСЖ уже по вашим заявлениям никакие ответы вам давать не будут, потому что информация должна быть размещена в системе государственной информационной, и именно в этой системе вы эту информацию и будете, если она вам нужна, черпать. Сейчас еще действуют по-прежнему старые правила, стандарт раскрытия информации, письменный запрос по электронной почте, ответ в течение 10 дней. Но, хотя старые правила действуют, но ответственность за нарушение этого стандарта уже отсутствует. Если управляющая компания не предоставляет вам информацию, привлечь к административной ответственности вам ее будет практически невозможно. Если вы столкнулись с трудной ситуацией и не знаете, как ее разрешить, звоните нам 2-630-300, оставляйте сообщение для абонента «Утро» или пишите «утро@рифей.ру».